Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и председатель Совета Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Ильдар Халиков подписали соглашение о взаимодействии в области оказания юридической помощи населению. Наиболее часто возникающие вопросы у населения связаны с правами на имущество и правом собственности. В работе ассоциации участвовали сотни юристов по всей республике. Юридическая помощь оказывается не только в Казани, организовываются и выезды в районы. На 2018 год запланировано 12 таких выездов. Также в этом году запланированы проекты на телевидении, направленные на юридическое просвещение населения. Как показала практика, на некоторые вопросы эффективнее отвечать в телевизионных программах. Мы можем предоставить собственное телевидение, радио, которое сегодня вещает круглосуточно. Да? Это выгодно, наверное, и членам ассоциации, выгодно и университету, поскольку все те темы интересные, злободневные, о которых будут говорить члены ассоциации, они тем самым больше притянут внимание и слушателей, и тех людей, которые смотрят наше телевидение. Это, наверное, будет интересно и для наших студентов и преподавателей. Документ закрепил уже наработанные университетом и ассоциацией модели взаимодействия и расширил рамки совместной деятельности. Эксперты КФУ уже участвуют во всех проектах ассоциации. Соглашение для Казанского федерального университета открывает новые возможности для проникновения различных областей знаний друг в друга. Артем Тупичкин, Дмитрий Варламов, Универньюз.